Сегодня, в течение всего дня, проводить экспертизу. Чурия. Татьяна Вишневская, питомник фон Вишенхоф, создан в 2006 году, Россия. Ярким представителем, я хочу про собаку сказать, представителем, скажем так, или она является владелицей собаки по кличке Даймонд и Слос Лахин, из России, ЛКР, чемпион Беларуси. Второй наш эксперт, Елена Силаева, питомник Stronger Soft, создан в 2002 году в России. Лена, овация, ты понимаешь? Андерфальфа Патти, пятикратный отборник Лаза. Далее, Наталья Мищенко, питомник Time Lakeside, создан в 1903 году в Финляндии. Я бы приветствовал даже теперь иностранных зарубежных экспертов, которые приехали к нам сюда для того, чтобы провести вместе с нами наше мероприятие. Лакастом Вуду, двукратный отборный класс, скажем, собака, которая является владелицей Наташи. Далее, Маргит Кусман, питомник Маркман. Создан в 1994 году Эстония, наша братская в прошлом республика. Представитель, можно сказать, Маркман Тизель, восьмикратный отборный класс. И представитель из Беларуси, Нина Новик, питомник Гвен Блейд, создан в 2004 году. Это можно сказать, так, секундочку. Меркурий фон Амбитрион, десятикратный отборный класс. Приятно отметить, что на достаточно большом расстоянии, находясь от нас, эти люди приехали к нам оценить наших собак, разделить все то, что будет проходить в нашем мероприятии. За это огромное спасибо. Также хотелось бы поблагодарить руководство КПЦ «Атаман», которые представили нам замечательную площадку для проведения нашего мероприятия. Пару слов от организации «Максимус». Каждый из вас получил папочку, в которой помимо нашего каталога, нашего мероприятия, подарок от клуба, мы предлагаем, значит, нашу клубную карту, также диск с презентацией клуба, обновленная презентация. Ну, есть предложение, почитайте, посмотрите, наверняка найдете что-то для себя интересное, нужное и полезное. Также у нас присутствует фонд помощи овчаркам, попавшим в беду отражения. Это уже теперь дружественная нам организация, которая на протяжении уже нескольких мероприятий идет с нами, что называется, рука об руку. Организована выпечка блинов для всех, скажем так, предстоящей масленицы под девизом «Съел блин, помог бездомной или попавшей беду овчарку». Все деньги собраны за продажу Скоплинов идет в фонд помощи папашу бедовому человеку. На нашем мероприятии, я уже повторяюсь, можно сделать фотографию, которая будет памятным таким моментом нашего мероприятия. Ко всему прочему, у нас намечается в клубе еще одно мероприятие, которое будет проходить теперь уже, наверное, традиционно в апреле. Будет называться «Апрельские люберечи». В прошлом году были 12-е, в этом году, соответственно, 13-е. Кому интересно, кто имеет к этому желание или стремление, можно записаться. И мы ждем вас всех в апреле, 13 апреля, на этой же площадке. Ну, естественно, в это же время, с утра и до вечера. Хотелось бы сказать еще, что у нас здесь какое-то время, ну, может быть, до 15, до 16, может быть, чуть пораньше, будет находиться представитель клиники «Максимед», которые могут
они привезли с собой оборудование, УЗИ, ЭКГ, эндоскоп, можно подойти, получить консультацию у директора клинического совета, они располагаются в графике, где находится ветеринар. Дальше есть такой момент. С недавнего времени Лук Максимов является официальным партнером компании «Мосфильм-кинология», и ряд мероприятий проводятся, уже проводятся и будут проводиться совместно с данной организацией, это участие в съемках, фильмах и так далее, так далее, так далее. И в настоящее время ведется, завершается работа по сотрудничеству с клубом «Инвалидов Надежда», город Люберцы. Там будет проходиться, разрабатываться программа «Канис-терапия», это помощь и реабилитация детям инвалидов. Ну, наверное, про клуб все. Хотелось бы пару слов представить нашим экспертам, которые... Кто скажет? Маргин, пожалуйста, пару слов на мероприятии, которые есть. Да, Маргин сказала. У нас награждение значит, лучших по проверке проведения и кубок фигуранта. Далее подали по регламенту ветераны, где нашел участники, гости мероприятия. Спасибо огромным организаторам за, так сказать, этот собачий праздник. И огромное спасибо за внимание уделенное мероприятию. Музей наш открывается 25 мая ориентировочно. Это первый открытый музей кинологии в России. В мире таких, я хочу сказать, всего несколько в Соединенных Штатах, Латвии и в Германии. Вот. Из экспонатов, к примеру, там, у нас будет статуэтка собаки 3 века до нашей эры, скифская. Множество жетонов, медалей 16-17 веков, фотографии дореволюционные и времен войны в том числе. Настольная медаль, врученная лично Гитлеру, кинологу 3 рейха. И множество, еще очень много, очень интересных экспонатов. Вот. Практически все экспонаты принадлежат одному человеку, очень большому другу собак, Николаю Королеву. Ждем всех в гости 25 мая, открытие «Код свободы». Так, музей будет организовываться у нас на базе Межрегионального института системной безопасности. Метро «Волгоградский проспект». Сейчас я отойду в сторонку, если возникнут вопросы, пожалуйста, подходите, все объясню, расскажу. Спасибо большое. Напоследок, головной боли поменьше, всем здоровья, удачи и счастья. Спасибо. Спасибо. Ну, сейчас мы хотим лучших собак на проверке поведения. Давайте сделаем так. Вначале рабочий класс по мере поступления собак. А далее, значит, уже будет кубок фигуранта вручать сам, собственно, фигурант Олег Пинин. Лучшая кобель на проверке поведения – это номер
25. Потом эти самые мы едем. Это дивизия Дзержинского, ребята. Это собаки вся рабочая. Это лучший кобель. Поздравляем, ребят. Молодцы, замечательно отработали. Нет. И лучше. Да, сейчас. Репортаж. Лучшая сука, пожалуйста, Наташа Мищенко, Финляндия. Молодец. Я Призна лучший лучше призначил. Призна два года. Очень понравилось. Поздравляем, коллеги. Полным соком. Да, размечталась о крыльях небес. Ага. Поглопы победителям. А теперь мы награждаем лучшую собаку, которая номинировалась в конкурсе, ну, назвали его конкурсом, ради бога, значит, кубок фигуранта предоставляется нашу фигуранту победить. Мнение, что собака номер получает кубок фигуранта в совокупности за хорошее подчинение, слушание, за активную работу, вообще за совокупность за свою работу. Номер 48. Браво! Ребята, дважды аплодисменты. Если лучшая собака, то лучшая собака во всем. Поздравляю! Собаки, да? Фотографируются, конечно. Кто? Так, ну, уважаемые друзья, значит, наверное, потом можно видео закончить надо будет как-нибудь засечься, либо с Николаем. Можно будет скинуть, сказать, либо так. Я да? Могу на диск записать. Сейчас а, на диск, да, будет лучше, потому это что... Это ринг ветеранов. Куда Марина пропала? Вон. Также в ринге будет отсутствовать 5 экспертов. И сразу будет награждение лучшего ветерана. Приготовиться длинношерстным овчаркам, начиная да здесь, и далее до рабочего класса. Молодец. Так, ветераны, пожалуйста.